Цель работы ЗАО «Струнные технологии» – создание, совершенствование и поэтапное повсеместное внедрение принципиально нового вида транспорта Skyway, соответствующего стандартам цифровой эпохи. Струнный транспорт Юницкого органично вписывается в логику развития интернета вещей, обеспечивает сбор полного объема данных, интеллектуальную техническую поддержку и передачу части управленческих решений электроники. Внедрение Skyway гарантирует повышение безопасности и снижение травматизма на транспорте, спасение от гибели на дорогах миллионов людей, повышение уровня жизни людей и улучшение экологии, повышение социальной активности людей, наделение их возможностью передвигаться с более высокой скоростью, комфортом и безопасностью. Глобальность решаемых задач обусловила рост количества сотрудников ЗАО «Струнные технологии» в 2017 году с 230 до 430. 2016 год ознаменовался для компании началом ходовых испытаний первого юнибайка. В 2017 к нему присоединился 14-местный юнибус, тесты которого начались в апреле. В течение года осуществлялись поэтапная доработка транспортных средств, а в сентябре компания приступила к их сертификации. Даже на ограниченных по длине трассах подвижным составом уже была привычная скорость 100 км в час. Параллельно осуществлялась сборка других машин из семейства подвижного состава Skyway. 48-местного юнибуса, представленного прессе в июне, и 18-местного юникара, продемонстрированного сперва на белорусской, а затем и на российской транспортной неделе. Основными событиями, связанными со строительством тестовых участков трасс, стали бетонирование струнных рельсов полужесткой линии и придание путевой структуре необходимого предварительного напряжения в марте. Аналогичные работы были проведены в апреле и на ферменной трассе. Монтаж гибкой путевой структуры был завершен в июле. В августе смонтировали основной участок грузовой трассы, на которой в ноябре была начата установка разворотных колец. 1 июля 5000 гостей Экофеста смогли убедиться в выполнении всех намеченных планов по строительству экотехнопарка, озвученных генеральным конструктором в начале года. Единственным пунктом, подвергшимся корректировке, стало строительство 16-километровой трассы. В связи с решением строить участок длиной не менее 22 километров, что мы также озвучивали в течение года, потребовались дополнительные административные процедуры, доработка проектной документации, оптимизация, то есть разработка нескольких вариантов компоновки и аккумулирование необходимых средств. Но есть среди причин определенные корректировки планов по строительству высокоскоростной трассы и позитивная составляющая. Конкретный интерес ряда стран, предложивших крайне выгодные условия, которые сейчас глубоко прорабатываются. Опытно-экспериментальное производство Skyway за год приросло самым современным оборудованием, квалифицированным персоналом и двумя новыми корпусами. Осенью текущего года конструкторское бюро ЗАО «Струнные технологии» переехали в собственное четырехэтажное здание, расположившееся в индустриальном районе белорусской столицы. В начале года руководством компании было принято решение о создании и внедрении в экотехнопарке системы экологического менеджмента в соответствии с требованием ISO 14001:2015. Уже осенью закрытому акционерному обществу «Струнные технологии» австралийская организация SAI Global был выдан сертификат, подтверждающий соответствие используемой организации системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта. Кроме того, было получено положительное экспертное заключение по технологии струнного транспорта от ведущего профильного вуза России МИИТ, с которым компания заключила договор о комплексном сотрудничестве. В декабре 2017 года были получены сертификаты, подтверждающие технические свойства подвижного состава струнного транспорта и его частей. Сертификаты выданы на юнибус модели U4-201 и юнибайк модели U4-621. На сегодняшний день Skyway не выделен в отдельный вид транспорта де юре, хотя является им де-факто. Поэтому сертификация была проведена на соответствие требованиям нормативных документов, правилам сертификации городского электротранспорта, его запасных частей и предметов оборудования. С целью продвижения технологии проектная организация струнного транспорта Юницкого приняла участие в ряде крупнейших транспортных выставок на разных континентах, которые посетили видные представители бизнеса и руководители государств. В нескольких странах были открыты представительства Skyway. Редкая неделя года прошла без визита важных гостей в экотехнопарк, конструкторские бюро и на производство ЗАО «Струнные технологии».
Все это поспособствовало подписанию большого количества договоров по сотрудничеству, но ближе всего к осуществлению адресных проектов мы дошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии и Индии, где создано сразу несколько компаний с различными бизнес-группами для работы над целым рядом проектов. Проведена большая работа в рамках взаимодействия со СМИ с целью демонстрации реального положения дел в развитии проекта и, соответственно, формирования объективного общественного мнения в отношении идеи создания струнного транспорта юнитского и общепланетного транспортного средства. Появились десятки публикаций в печатных и электронных СМИ вплоть до уровня центрального канала российского телевидения. Конец года был связан с неожиданными трудностями. Произошедший в экотехнопарке несчастный случай нанес ущерб здоровью одного из сотрудников проектной организации. Был поврежден опытный образец 14-местного юнибуса. Однако даже эта неудача заключала в себе и положительный момент. Авария подтвердила ряд преимуществ систем SkyWay, продемонстрировала прочность и надежность рельсо-струнной эстакады и противосходной системы транспорта второго уровня. Достижение струнного транспорта юнитского за 2017 год – это существенный вклад в улучшение качества жизни на планете. Наши инновационные транспортные системы – это безопасно, комфортно, доступно и эффективно. Каждый новый километр дорог SkyWay – это спасение чьих-то жизней, тех жизней, которые ежегодно отнимают у нас дорожно-транспортные происшествия. В 2018 году наших дорог станет еще больше. Строй SkyWay! Спасай планету!